Здравствуйте, с вами Фуфу ТВ, я Настя, и сегодня мы с вами поговорим о чем-то действительно страшном. Нет, тему экзаменов мы затрагивать не будем, мы поговорим о чем-то более пугающем. Нет, не обо мне, мы поговорим о призраках. Всем нам знакомо чувство чьего-то присутствия, когда в доме, как кажется, никого нет. В такие моменты ваш мозг рисует в вашем воображении не очень приятные картины. Вы можете подумать, что у вас поселился маньяк или даже гость того света. Но на самом деле все может оказаться намного проще. Известен такой случай. Пожилой мужчина в Японии, живущий один в своем доме, начал замечать, что еда пропадает, а разные предметы изменяют свое местоположение. Странным звуком среди ночи он также не находил никакого объяснения. В доме не было никого. В попытке выяснить, что же это было, он решил записать происходящее на пленку. Наутро, перемотав пленку в камере, он увидел, что странная женщина выползла из посудного шкафа, как в фильме «Звонок», а затем, в конце съемки, она заползла обратно в шкаф. Пытаясь сохранить остатки своего рассудка, мужчина предположил, что она воровка, и позвонил в полицию, которая позднее установила, что никаких следов взлома в доме нет. Как выяснилось, она прокралась в дом и спала, ела и даже принимала душ в нем на протяжении целого года. Можно сказать, легко отделался, но только представьте, что за вами в течение целого года наблюдает японская женщина, в то время как вы думаете, что одни. Надеюсь, что после этой истории жители кампуса задумаются, прежде чем жаловаться в подслушанно на призрака в своем номере. Ведь может оказаться, что у вас в шкафу всего-навсего сидит нелегал. Дружите с призраками и нелегалами и смотрите Фифу ТВ. С вами была я. До встречи!